привет, короче, я сегодня показываю, какой вышел у нас йогурт. Вот, это прям настоящий густой йогурт, гляньте, он не выпадает. Вот. Он такой густой, по консистенции он вот такой вот. Вкусный. Такой в меру сладкий, не сладкий, в меру кислый, в меру солененький. И, в общем, йогурт у нас получился классный. И что про него еще можно сказать? Ну все, хороший йогурт на закваске, домашний, полезный. Все, я сегодня уже 2 банки умолотил за это утро. Все, всем пока. Хватит, да.